Дом номер 6 на улице Ползунова попал в программу «Капитальный ремонт». Заменили систему водоснабжения, канализацию и теплосеть. Все бы хорошо, говорят жильцы, однако ремонтные работы остановились. Огромная дыра с торчащими трубами, которая осталась после обновления отопительной системы, почти 2 месяца красуется в подъезде. И вот осталась финальная точка – это закрыть в коридоре сломанный пол, который сделан из бетона был. Выкопали яму, и получается теперь так, что закапывать ее некому. Жители дома считают, ситуация возникла потому, что управляющая компания и подрядчик не могут договориться, кому восстанавливать перекрытие. Усугубляет ситуацию и отсутствие света в подъезде. Проходить через опасный участок жителям дома приходится на ощупь. Когда на улице стемнеет, ну часов 9-10 и так далее, вечера, тут просто темно. И вот когда открываешь дверь и заходишь, то очень большая вероятность попасть в эту яму, не говоря уже о детях. Это просто, ну, тут ходить опасно. От двери до ямы один шаг. Почему рабочие не положили временные перекрытия – вопрос к подрядчику. Директор компании «Ремжилхоз» Дмитрий Пархаев считает, волноваться рано. Утверждает, трубы открыты, потому что исправность теплосети не проверена. После того, когда подрядная организация сдаст работы, будем производить восстановительные работы и как раз закроем этот приямок. После восстановительных работ, уверяет директор управляющей компании, в подъезде с жителями дома номер 6 проведут собрание по дальнейшему благоустройству. Но о будущем жители пока не думают. Им бы сейчас не провалиться в яму в собственном доме. Ленара Кучукулова, Сергей Давыдов.